просить режиссеров показать вот листовку, которая распространяется уже сегодня в пресс-центре информационного агентства Национальная служба новостей. Это информационное агентство ДНР. Вот покажите, пожалуйста, можно вывести это на экран? Буквально секунду, да? Но смысл в том, что вот уже на 9 сентября, на 13.00, посмотрите, какие темы выносятся на пресс-конференцию. Почему не выполняется приказ Порошенко о прекращении огня армии Украины? Там военная повестка дня, сводки с линии фронта, ситуация в населенных пунктах, перешедших под контроль ополчения, закулисье минских переговоров, что такое Народный фронт Новороссии, и там итоги переговоров ДНР и России. То есть ДНР уже о поставках газа собирается вести переговоры с Россией, там, независимо от Украины. То есть как бы уже заранее анонсируется, что президент Порошенко, нынешняя украинская власть, несет вину за непрекращение огня, ну и далее по списку. Вот такое вот перемирие.